Давайте на текстильчик ждите. Целый день движений, преодолевая стихии, Андрей Гончарук прошел более 100 километров бегом на велосипеде и даже вплавь. Триатлон начался ранним утром с веломарафона. Он проехал путь до села Сотниково и обратно. Затем экстремал еще и пробежал 15 километров, а после провел 4,5 часа в воде. Сам спортсмен отмечает, что невозможно выделить наиболее сложный участок триатлона. Смеется, хорошо там, где нас нет. Когда плывешь, когда уже все, уже там забитые мышцы, все, думаешь, елки-палки, скорее бы уже выбежать, да, побежать на солнышке, согреться. То есть кажется в воде, что легче бег, да, например. А когда вот вылез уже там, все, уже бежишь, когда уже солнце тебя уже там вообще там сгорел весь уже, там, ну, сушняк там вырубает вообще конкретно, мышцы забитые. Уже такой думаешь, ё-моё, как хорошо было в водичке-то, плыл себе, доплыл. Практически на протяжении всей дистанции рядом с Андреем находилась группа поддержки. Они фиксировали все на камеру и тщательно следили за состоянием спортсмена на случай, если ему понадобится помощь. Оказывается, очередной рекорд мужчина поставил, находясь не в самой лучшей физической форме. У него небольшое растяжение мышцы спины и небольшое растяжение ноги. Вот. Ну и несмотря на такие травмы, преодолеть такой участок в августе месяце, особенно реку, ну это потрясающе. Но ни ледяная вода, ни палящее солнце и даже травмы не смогли остановить спортсмена на пути к достижению своей цели. Подвиг Андрея отметил и один из самых старейших спортсменов города – Владимир Чубыкин. Он назвал его поступок знаковым и настоящим подарком к юбилею Канска. Освоение вот территории, на которой расположен Канск, шло по Кану. Со стороны Анцыря, в сторону вот, из села Канперевозинского. И поэтому я думаю, что тот маршрут, который Андрей Гончарук, то есть ты, преодолел, это в принципе был поступок первопроходца. Сам Андрей отмечает, что не собирается останавливаться на очередном рекорде, говорит, что смысл жизни заключается в постоянном преодолении себя и постановке новых, на первый взгляд, совершенно недостижимых целей. Ну и что, завалиться на диван, что ли? И смысл, ради чего, да, когда если тебе жизнь дает такой шанс, да, что-то сделать такое, что никто никогда до тебя не делал. Это ж вообще как бы уникально, да, вот эти вот все вещи. И вот этой уникальностью надо наслаждаться. Если тебе Господь дал уникальность, вот эту возможность, да, нужно использовать ее. В заключительном этапе триатлона Андрей пробежал по улицам города с флагом, тем самым поздравляя любимый город с приближающимся юбилеем. Мужчина надеется, что своим поступком он смог подарить хоть немного позитива жителям и привлечь внимание к спортивному образу жизни. Юлия Олейникова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5-й канал. 12 часов движения.